Знакомьтесь, Алена Багла и Максим Прокудин. Те самые активисты, радеющие за создание в Уссурийске солдатской набережной. Во Владивостоке много мест для прогулок. В нашем же городе таких парковых зон недостаточно. Решили они весной этого года. От слов активисты перешли к делу. И в начале мая на левом берегу Солдатского озера организовали субботник. Отсюда вывезли 3 грузовика мусора. Однако спустя 2 месяца мы видим, что ВОЗ и ныне там. Левый берег Солдатского озера вновь погряз в нечистотах. Следы от пикников на левом берегу озера повсеместно. Но борцов за Солдатскую набережную это не пугает. Когда здесь будет обустроенное место отдыха, будет и чисто, говорят они. Планов у этой компании громадье. Зона будет очень большая, не просто прогулочная зона, как территория, да, набережная, а именно зона еще и развлекательная. Это и для детишек, это и для молодежи, это и сцена будет для... Причем в нашем видении это свободная сцена, где могли бы группы приходить, что-то репетировать. Вымощенная камнем дорожка, ровный газон, где можно понежиться на солнце, а еще фонтан, скамейки и торговые точки с мороженым и прохладительными напитками. Существует и приблизительный проект Солдатской набережной. Осталось дело за финансированием. Это будут и федеральные средства, и региональные, и средства из местного бюджета. Сейчас, кстати, у нас согласовывается встреча с мэром города, в частности, с его заместителем тоже, и как раз будет этот проект обсуждаться с ними. Мы, к сожалению, не успели к ним попасть раньше, так получилось, очень быстро закрутились события. Социальные сети буквально бурлят обсуждением Солдатской набережной. Сторонников этой идеи очень много, не меньше оппонентов. Энергии и желания у активистов столько, что хватит горы свернуть. И даже возможные бюрократические препоны. Вперед! Но мы вас не верим. Набережную бы, как на Цесаревича сделали, или что-то похожее, было бы круто. Я за чистый город. Такие места в городе должны быть. Максим и Алена уже давно не ждут ветер перемен. Они сами его создают. И уже завоевали первый грант на реализацию своей идеи. На форуме инициатив в Хабаровске они вошли в число победителей. 100 тысяч в копилке. Маленькая песчинка, но такая важная в этом общем деле. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.